Всем привет, это автослесарь Вася. Не только слесаркой увлекаюсь, но тоже люблю наш натурпродукт. Сейчас речь пойдет о малине. Вот она, где-то 2,30 метров роста. Вот сразу видно, где сухие. Сейчас весна, где не сухие сучки. Если хотите урожая, то придется приобрести секатор. Вон она в колючках вся. Камера плохая. Не показывает это колючки. Вот перчатки одевайте. Сейчас докурю, ребят. Вот у нас секатор китайский, 100 рублей стоит, для малины пойдет. Вот ручку уже пластмасса нагрелся, полом идет, ну не поломалось. Что, короче, ребят, нужно делать? Вот она сгинается, берем, отрезаем, и малина будет плодоносить. Берем, отрезаем, берем, отрезаем. Вот я секатор покупал в магазине, он что-то не заточенный был, пришлось точить, даже его не разбирая, там мелкой пилкой напильником прошелся. Вот тут на острие сейчас нормально режет. А так об камень середину точил. Берем, отрезаем. И вот где видно, ветки сухие, почки не раскрылись. Берем, отрезаем. Потому что они тень дают и не дают растению плодоносить. Вот на почка. Берем, отрезаем. Вон даже паутина уже есть. Сейчас апрель, не знаю, конец апреля. Вот они наклонившиеся. Ну это Россия, что вы хотите. Тут нужно за каждым растением ухаживать. Вечная мерзлота. Берем, отрезаем. И тут там в интернете говорит, вот в сухих ветках там эти жучки живут. И типа, а весна они начинают паразитировать на новой малине. Так что и эти веточки нужно убирать. А сами знаете, кто варенье кушал малиновое, это сладкая вещь. Не то что магазина с химией, но из нее еще можно, когда варенье забродит, не выкидывать, а брага очень хорошая получается. Берем, отрезаем. Берем и отрезаем. Вот так. Что потопаешь, то и полопаешь. Пишите в комментарии, ставьте лайки, кому понравилось эти видео. Ну, главное, вот эти резцы точите. Потому что пилка тут и лопатой не пройдешься. Вот. Всем пока-пока. Нехорошего урожая.